Привет! Сегодня я буду собирать Гарри Поттер! Собираем домик и в нем больше серых деталей, чем зеленых. Берем такую серую деталь. Размера 1/6. Беру вот такие 1/2 с дырками тоже. Оба. И ставлю их по краям. Здесь уже по дыркам, не как желтым красным. Я поставила сначала зеленый двойной кубик и серый двойной кубик. Теперь ставлю серый и зеленый одинарный кубик. И, кстати, вот эти 1/2. Сюда одинарный серый, сюда одинарный зеленый. Беру вот такую серую пластину, ставлю сюда, на серый. Беру зеленую пластину, ставлю сюда, на зеленую. Беру коричневую пластину. Сначала поставлю, конечно же, коричневую 1/6. И 2/6. Тут наклейка деталь, и мы нашли правильную. Этот ставим сюда, этот ставим сюда. Видите, у нас тут как в красный дом. Пошла череда началась, да? Хоп-хоп-хоп-хоп, перемещается. Да? Вот наклейка. Какая? Бывают темные и светлые листики. Здесь ставится почему-то вот такой светлый. Значит, мы берем вот такую палочку. Помните, которые я вам говорила, что бывают разные? Вот там такие же, как и на дереве ставятся. Они вот такие. Помните, мы ошибались? Там, что мы поставили, думали, что у нас было поставить вот такие. Но на самом деле, надо было бы вот такие ставить. Беру и ставлю вот эту. Обратите внимание, этот листок должен смотреть вот сюда. Беру вот такой зеленый бассейн и вот такой, две зеленых, три и 1/3 и 2/3 1/3. Беру первую 1/3, ставлю ее с этого бока. Теперь серый 1/3, ставлю ее с этого бока. Смотрите, прям по картинкам. Зеленый, зеленый, серый, серый. Опять такая же будет штука, как внизу, но с другой наклейкой. Но у них тут сочетаются только вот эти лапки. Смотри, не отличаются. Одинаковые, да? А вот эти разные зеленые. Тут скорпион, а тут змея. Беру серую, ставлю ее, по-моему, вперед, а там позади, как в домике. Предыдущую. Ставлю вот эту, смотрите, середину. Беру пластину 1/3, зеленый и серый. И они все закрепляют детали. Вот так, одна. И вот так. Вот, ой. Одна. Я чуть бы не ошиблась.
Я думала, что я ошиблась, а на самом деле я не ошиблась. Беру пластину коричневую, два на шесть. И беру треугольненький наискосок с дырками и зелененький на один. Один серый, один этот. Беру серый, ставлю его сюда. Беру зеленый, ставлю его сюда. Беру зеленый, ставлю сюда. Беру серый, ставлю сюда. Это тут, наверное, что-то было крепиться, а эти углы закрепляют вот тут. Видите? Отличное место для углов. Серый ставлю сюда, там, где зеленый у нас тут. Там серый. А сюда вместо зеленого. Вместо серого зеленый. Потом посередине вот эту палочку, потом две коричневые. Вот так. Сейчас поставлю в сторону. Здесь какая-то куртюка, кстати, собирается. Беру вот такую красную штучку. Помните, такие у нас же были на медведе, когда я собирала наборчик. Там такие же ушки были, вот так разглядывали. Только там были коричневые, а тут красные. Хоп, вот так делаю. Вставляю вот сюда. Теперь ставлю сюда таймер, а сюда вот так огонек. Его можно крутить, кстати. Сейчас ставлю. Вот, видите? Если вы не туда поставили, можно вот так. Или вот так. А теперь берем наш постройку, который мы убирали. И ставим ее вот сюда. Это он наполовину крутится. Берем пластину 2 на 6. Ставим ее сюда. Но смотрите, вот эти краешки у нас остаются. И у нас получается, что он вот так крутится. Но мы сейчас его загородим. Сюда ставим, там где огонек, зеленые сидушки. Сюда серые сидушки. Теперь берем две трубы. Интересно, куда их ставить? Да? А, вот куда.
Дети у нас были свободные все, а теперь они не свободные. Опа, опа, огонек перемещал. Погулял, погулял и обратно. Здесь крепится вот такой флажок с наклейкой. Смотрите, прям похожая наклейка. Опа, опа. Правда? Вот это змея и тут змея. Вот. И с зеленым цветом. И тут что-то написано. Я вам потом покажу, что там написано. Потом. Беру вот такие 1/2 кубика и вот эти. Ну как там с дырками? Вот так. Вот такие. А вот такие. Обычно на крышу. А теперь вернутые. На которые вот эти. Видите? Вот они. А вот такие. Сюда ставлю серый. И сюда ставлю серый. Пропускаю один тут. И ставлю серый. Пропускаю один тут. И ставлю. Перевернутые называются, потому что они ставятся вверх ногами. Но сначала перед этим нам надо поставить вот такие палочки. Ну, такие эти. Берем эту. Ставлю сюда. Беру эту. Ставлю сюда. Сейчас мы посмотрим, что тут выше. Кажется, правильные детальки. Теперь берем и там перемёрзли. Тут серые сейчас детали. Помните, как тут красные? Тут почти то же самое. Или то же самое. Видите? Хоп, хоп. Сзади кубики, кубики, кубики. Сверху вот такие, сверху вот такие. Палочки, палочки. Вот такие, вот такие. Берем 2/6, 2/6 и 1/6. Сначала поставлю 2/6, потому что она скрепляет. А то я боюсь, что у нас развалится. Постройка. Сначала поставим треугольнички вот эти все. И зеленый. Потому что так будет легче расставить. Но, под этим я подумала. Надо поставить все эти вот. Вот так. Видите? Как я сейчас ставлю, надо поставить. Если так, нет, могут. Но это тикль. У меня стикер. Но я эти стикеры вам не расскажу. Никогда. Зеленый сюда, треугольник сюда. На треугольник. Теперь вот эти. Тут теперь зеленый, наоборот. А тут серый, наоборот. Там, где был зеленый, теперь серый. Сюда это, а поверх флажок. Он, наверное, в ту же сторону, как там. Вот, видите? Эти домики почти одинаковые. Крыша одинаковая. Это, ну, не очень одинаковые. Честно. Тут так же, видите, по стеночкам. Можно разглядеть, что так же. Но хожу к другие флажки. Тут можно подниматься. Можно крутиться вот этот большой.
О. Тут крутится, видите, этот огонек. Он поднимается и опускается, поднимается, и опускается, поднимается, и опускается. Сризарин. А тут Цендур. Это разные факультеты. Гарри Поттер. Лайк и подписка.